Оба не в адеквате, получается. Что значит фантомный служка, блять? О, шея это хорошая, кстати. Обоссана. Тех, кому мало хита надо. У меня с дыркой такая же. Ну, Сульдена, конечно, бейс. Сейчас направо тут пару побей. Выводи сюда. Если у тебя стоим АХМ, тогда она бейс. Да, намного лучше. Гонщик, фантомный гонщик, можете не бить. Они попадут. Это псевдособаки. Вот эти мобы. А нет, не эти. Вон девки, которые в юбках. Не будет. Есть тут. Вешать будет два типа дебафа. Аркан Explosion дает минус физон. Когда ваш перс станет синий, РДД отойдите назад. Там на метров 20. Потому что этот дебаф уменьшает магический урон на 50%. На 20 метрах он не работает. Так что вы будете бить нормально. Вот тут Диа там есть что-то? Не, у тебя же нормального цвета перс. Не имею в виду. Голубенький. А, там да, пауки. С первого этажа. Похуй, да, я уже дал звездопад. Вот этот моб решает дебаф на магический урон. Жесть. Не? Какой? Уже все. Я думал, да. Значит, это типа суккуба. По правой стороне иди. Там сами две штуки. Этих, чтобы охранников не трогать их. Нахуй нам не нужны. Только для квеста надо было вот этого дневника. Кто-то дневник будет делать? Ну да. Блять, тогда придется бить их. А там и что? Там в комнате еще. Ну сюда надо будет сходить. Там в покой зайти, который они охраняют. Ты про этот квест? Ну, по цепочке потом придется бежать сюда. Это новая цепочка, или я давно не играл? Кроме в классической цепочке, которая не, была. Тут другая. Тут другая. Тогда скипаем нахуй. А чё, я застрял? Жирный сильно. А, в смысле, блядь? Пауза, бей, забей, 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 бом. Второго моба. Я замедлял, блядь. Да забейте. Окей. Мы убьем тогда этих. Там другого, это, другого, хан, бей. Пустые. За годом смотреть мобов дохуя, дамага хватит на всех. Ага, много, другого переключить. Отстань с обед.
минус магический. Да тем, кто физика убьет, вам похуй. А тем, кто кастера, лучше не получать добавки. Там минус 50% магического урона. Смотрите, что там делает босс. Есть столбы, между ними просвет. А, еще два мува. Ну ладно, сейчас пока объясню. Что делать нужно? По одному в каждый просвет становитесь. РДД. А, мелики там в центре, колбасите босс. Иногда она будет рипу вешать. Павловскую. На 9 секунд. И что делать-то нужно? Пал танк, тебе нужно подводить хилам босса, потому что она периодически спамит павловскую лужу, чтобы и пусть снимать лужей. Вот. Ну и там долго не задерживайся возле хилов, потому что она холи чайн кидает, а типа чайн лайтинг, только световой магии. Вот. И Holy Fire пистовский кастует. Его кто может диспелить магию, павы диспелить. Потому что там периодически он сильный. Вот и вся тактика. Сейчас я метки поставлю на хил. 6 мест для РДД. О, блядь. Сейчас я релогнусь, то метки ставить не могу. Го после бабы это перекур. Ладно. Не, это как предложение, помню. Расин, ты же курил недавно. С моим стажем это уже давно. Сейчас я... Синие метки шаман, а если оранжевые, да, остальные вокруг, ну, в свободный просвет встаньте, да и все. Далеко так стоять не нужно будет, когда спулите, блять, спулили, в центр иди, вот сюда вот встанете, вот, в таком состоянии, да и все. Главное на пол и снимать и не спелить. Thank you.
так лучше. Зачем? По ДД не надо подводить. Я, блядь, сдох из-за этого. Там сайленс кидает и бьет дохуя. Только хилов разбил, снимай с них. ДД подождут, блядь. Пусть вейпы отдохнут. Лужи под хилов только подводи. Ну, боссы под хилов. Чтобы с них хейпла снималась. Только под хилов. Там вроде еще милики стоят крестом на максимальной рейнже. Надо еще милики стоят крестом и на максимальной рейнже. Там не будет такой хуйни. Там дело было в ней за хили. Одного тика уже достаточно, чтобы разбить. Видишь, она периодически уже льет. Хила любого разбивая, лучше твоих. И все. Все будет пучком. Там, если есть у кого-то инер, пора если накиньте. Не надо, я потом поставлю. Захильте рога. Qualifier dispelled. Кому что нужно, и у вас перерыв 5 минут. Сейчас вернусь. Вот, трансляцию запустили.
Идите, передохните пока. Идите, дух.
куда идем? Подойдете сюда все. А, отойдите назад к дулю. Этому крейсеру дулю. Не иди туда. Вок, не хильте, главное не хильте сейчас. Никаких хилов, никакой агрогенерации. Вок, вызывай око Саурона, или как он там называется. Там, где ты глазом управляешь. В книге демонологии. И бежишь к мобу. Агришь его, даешь ему тебя око твое убить. И он и из двух мобов побежит только один. Любое. Ага. Главное, чтобы убил око. Блять. Вот это бейте чей. Нежить фиате, либо станьте там. Это же нежить. Так одного ж можно забанить, у нас полов есть. Это нежить. А нежить не банится, да? Нет. Не. Нежить сковывается, фиряется и так далее. Не станется. Я просто хреновый локом никогда не брал вообще. Чё? Вот почему их нужно по одному агрить? Потому что они танка просто с танки, да, грубо, да и все. А два моба будет, двоих людей сковывать. Это будет хаос. Престол у меня получалось так делать с людьми. Там дальше относительно мобов много есть? Нет, дальше нам для того, чтобы пойти дальше к боссу, нам нужно будет два моба убить сейчас. Хотя можно только правого загреть, да и все. Если ты правильно будешь управлять. Осторожно, тут патрульный есть моб такой же. Сейчас 50-й, вот он как раз идет. Сейчас отмечу его. Чтобы его скипнуть. Правого сагрия. Ну, нет, не пау, а лок. Оком. Подлети именно к правому, как можно правее. Чтобы он ударил ока. Это лево. Правому. Нужно, чтобы он ёбнул око твое. Просто убил. Во. Сработало. Ну да, ёб твое. И второе. Заливай. Табак. Верните этого паскудника. Моба. Ага. Патруль, отходите назад. О, ебать. Моба, забей. Кто-то большой молодец. Туннель этого моба паразита. Блять, это еще и жирная моба. Если бы мобы были потоньше, то кара такой себе не хороший. Я знаю, зачем мы так много трэша пытаем. Просто выпить, я уже дал 45-е колечко, чтобы выходить с этого.
А, да, но не очень. Там других боссов посильнее падает. Ну да. На БК она давала магический урон, а не СПД. Так, мог далеко, прижимаясь к правой стенке, бегите. Этих зрителей нам нахуй не нужны. Кстати, тут одна опера или несколько? Три. Несколько. Ну, классических несколько опер. Там Красная Шапочка, Страна Оз. И что еще? Ромео и Джульетта. Сзади паровоз. Мобы, мобы, это миллион кто, мобов. Блядь? Это, осторожно. Мобов забей. Ну, блядь, ну как вы это делаете? Ёбва, шо ж мать. Петов убирайте, блядь, когда бегите через мобов. Диван. Хорошо, что у них по 100 тысяч. Да, но там один скелет. Ты и похуй. Заперили. Один скелет. Видишь, какие они тонкие, но все бы такие были. Скелеты разъебем. И тут, блядь, еще и столб не сделали, который вот этим вот следующее. Типа он должен бафать и нас тоже. Бафать только мобов. Это обидно. Что бафает? Плюс 20% урона. Киньте мне каску и вапу. Один по одному, два моба бейте. Жирный моб. Да, все такие тут. В этом месте. Мы все всех чистим. Там столб появится, выведешь в воде. Хотя ебнуть. Можешь дальше уже идти. Вот это. Стоп. Это нежить, так что можете там что-то езжать специально с палы. Да фер не нужно. Типа на урона, я имею в виду. Там особо нет ничего против нежити. Казалось, что есть. А, поиск нежити. Да, оно увеличивает урон вроде там символом, по крайней мере. Вот этого давайте бьем. Так это чутье. Стоп.
Там рыба стоит. Под долем к твоей полено. Готовность. В центр давайте становимся сюда вот бортиком. Если будет страна ОС, тогда лок пета на чучело и бьем, сейчас скажу кого. А, Ромео Джульетта. Повезло, значит. Утренка. Да, шмот с него. Супер, конечно, не очень. А что падает с Ромео Джульетта? А, это разделенная добыча, самая сладкая. А что такое разделенная добыча? Разделенная добыча, это типа... С любой оперы падает. Их отдельно... вместе убить нужно. Бьете по отдельности лестницы. Еще лучше. Давайте БЛ. Следите за мной только. Ну так ты больше всех игра даешь. Ну да. Сальву там. Что скинете. А где Ромео? Потом появится. Лоб может расколдать. Духами, блядь, бросается. Опять по мне духами прилетело. Нравишься ты получать. Что за стоны такие, блядь? Умираем. Потом он реснет ее, будет бить все вместе. А зачем мы тебе баллы давали? Да чтобы быстрее начать. Разница-то. Блять, так скакивает. Говорю, был ачивку сделан, которую скинул. Чё за хуйня, а чё он сдох? Ну, видели, ебать? Он получил чапалов. Он встал. Доволен. Ты
это на 20% скипнем на другого. Ну, переключимся на другого. Не придумывать велосипеды. Бля, еще глыбы в кадре. Тупо бусты в никуда. А бесстрашие преданность это чё? Это они не на себя кидают случаем? Хрен его знает. Тебя. Никто не на себя кидает. На себя. Если на себя, то мы уже того. Там собака. Совсем. Переключаться надо в Рому. Да, переключать. Так уберите собаку. Да уже поздно. Ладно, а не поздно еще, да еще 20%. Давай я чуть-чуть сделаю. Ни разу не сбить. Не развеивай. Лол. Там написано не развеивай, там не написано ни разу не сбить. Надо еще прочь взял на кости бабы. Баба хильнулась, блять. Да, и кастом сбивать надо будет, наверное. Ну давай я позбиваю, какой каст надо сделать? Ну там ухоли давай, типа. Называй катать. Слепящая страсть, по-моему. Ну ща она кастанет, скажу. Да, сбил. Что-то раскритовался немножко. Рамова больше бить. Подравнивайся по хп. Так как эти на... Блять, как их в Наксе зовут? На Фей, как эти. Фойган и... Да. Бейте бабу, бейте Джулия, бабу. Джулия, больше. Ну и все. Там появится еще что-то. Ага. Ну все, давайте на вход дуем. Какая тренер. И еще одна. А дальше не надо идти. Пошлите за мной. На кого эта тренер идет? Ёбаный, тут мобы появились. Алле, забейте мобов, пожалуйста. Возвращайтесь, откуда вы пришли. Одна на мелика тыни, вторая на хила. Бинты на хила. Картинка бинты. Ну, на мелика, кстати, неплохая тыня, я думаю. Ага, я кончился. Опять? Столба, вы видите? Кому да, это... маги, блядь. Кому это нужна лента? Хивам. Обоим хивам? Да, норшами заебись, по-моему. А друиду хуёво, да? Друид другой надо. Блядь, маг, походу, самый неживучий класс в этой игре, блядь. Ах, маги просто тряпки. Это да. Поспоришь. Короче, я это шаману дал. Это. Вы поройте между собой. На ключи. Лестница меня там. Если да, она. Сашка, это... бейте, блять, мою пыль. Ага. Давай, синий тролль. Вон дальше туда идти. Блин. Ага, и бана нет, нихуя у меня. Сейчас зарегенится. Я не понял, чего не резнулись, какого хуя вообще? Ну, спектакль кончился, люди ушли за кулисы. Да не, не должны резаться. Это надо в другое место идти просто, не сюда. Это Сирус. Вон туда надо идти. Дальше там дольше идти.
там мобы, блядь. Тебе нужно будет два этажа пройти и потом. Куда вы пошли? Вот этих запиздим, да и вернемся, куда вы пришли. Войд. И пойдем через это. Слоком ушли. А что тут не надо ничего? Тут же как раз куда там. Может проще сдохнуть? Ну или сдохнуть, да. Мы сдыхали. Не, я просто думал, что тут мобов не будет. Тогда суицидно. Выход. Первый раз. Так мы быстро не подохнем. Так что, сдохнем? Лучше без шмоток. Давайте на следующем тогда. Тэш. Так подчиниться. Проще тогда вообще убить просто. Там что-то 2 моба осталось. Нет, тут больше мобов. Все, что мы били до этого. Вся эта комната есть сносит. Я хуй знает как. Ну, вот так вот. Сирус наносит ответные удары игрокам, да? Зачем? Ну, ну зачем ты сагнул их? Мне так тут прочности 40. Я не хочу умирать в шмотках. 40% прочности, блядь. Одно вообще я пошел, тих. Короче. Ты не хочешь помочь быстрее убить? Так вы дохнуть будете, нет? Нет. Да. Быстрее будет так. После этого трэш. Ладно, давайте потом на гневе сдохнем. Зачем сейчас? В каком гневе, бля? Ну, гнев пустоты. Ну ты, блядь, даже... Смотри, для чего нам дохнуть? Мы сейчас сдохнем, идем через черный вход. Практически сразу возле Найтбейна мы выйдем. Гнев пуст... Ночная... Погибель. Что-то там. Английском боевик. Там нам нужно будет одного моба убить и все. Чтоб не мучать жопу, блядь, этими мобами. Да уж, скипальщики. Откуда скипальщики появились? Софы? Да с любой. Нет. С любого сервера. Все снимайте там шмотки, которые ломают. А так на эффект ключи стараются как можно быстрее закрыть. Шмотки снимите, если вам не жалко поломать их, блядь. Чинилка, не, чинилка далеко. Места нету, знаки короля закончились. Может, у кого-то мамонт был, но мы не знаем. Если будет хаш. Треснулся, смотрите на карту, на мини-карту. Так мы через башню уже идем сейчас, нет? Ну, не все знают, где это черный вход. С обычного входа выходите и смотрите на мини-карту. А кого мы скипнули в итоге? Несколько паков трэша жирных. Несколько призраков, которые вы сейчас увидите, оцените их хп. Лям, хп у каждого. Вон справа, блять. То же самое, мы вот этих двоих бубили. И там еще призраков ебучих других. Суперы. Там два этажа, блять. Вот, а и было.
Так, мы сейчас одного призрака ёбнем вот этого. Чё это нас прячет? Пойдём наверх. Там мобы-то по 100 тысяч стоят. К ним вот сюда пройти. Ну, давайте. Слово ни у кого не... нету королевских знаков. Нам подкинул. Пал. Спасибо. Пал, там этот моб уже тебя хочет увидеть. Сейчас на смотрителя идем, да? Ну да. А Эквейна вроде нет. Ну да, после Воста вроде появляется. На этом сервере. Я не испугался только что с этим принимал. Там цепочку эту делаешь, то да, там урну тебе дается, чтобы ее вызвать. А, ну это на классическом сервере. Здесь хуй ты тут вызовешь, возьмешь урну. Ну тут цепочку же просто делаешь вроде. Ага, РБК открой ты. Может, вот и сделали. Вот и вот мы ответили на свой же вопрос. Ну я уже сходил, проверил это все как. Это кого-то кого вы? Про какого босса? Найтвей. Ночная погибель. Разве не Найт? Дэд. Дэв. Как он там? И почему, сука, это как раз тот босс, с которого продается погиб на Эршам и щит? А он появится, вроде как. Ну, типа по логам на сайте его убивали. Значит, он, наверное, после Воста появится. Очень странное решение своего, как мне кажется. Его хоть первым можно убивать, блядь. Он долгий, блядь, хп много. Кто? Погиб. По-моему, мы ничего не скипнули. Скипнули? Ты потом там... поверишь. Там в коридоре два моба под 100 тысяч. Сюда же идти. Два пака. Я не знаю, не видел я там два пака. Ну потом сходишь после этих, как убьём. Так чё ходить, я два раза уже тут был. И на X2 был тут тысячу раз. Вообще разницы никакой, мы просто вышли с инста, то же время потратили, что два моба убили. Ну решили так эти, значит решили так эти. Чё спорить, чё ругать? Не, я говорю, что я тут был и разницы нету. То, что мы просто вышли с инста и наоборот даже дольше. Но если бы те мобы возле опера не резнулись, мы бы быстрее уже пришли. А то, что они резнулись, мы падали просто. Ну надо было сразу падать, стоял уже. Ну зато теперь на 200 репы больше. Ну я удивил, я же не заметил, блядь, что они резнули. Я, блядь, выхожу из этой, из двери, где я сразу комнат, блядь. Ты хочешь сказать, к погибели мы тоже будем выходить с инста? Порты есть же. Прям к погибели? Куда? В библиотеку, по-моему. Да, надо выходить. Погибли. Ну вот, выйдем, я покажу, что там два моба всего лишь стоит. На обычных сервах там ебан трэш. Я думал, мы вот есть этих... постока и навороченные есть. Я думал, мы вот этих призраков скипаем, а они-то вот они все, мы идем. А этих ты скипнешь. А те, которые вот мы, блядь, зашли, там два штуки, их надо будет пиздить. Обоих роботов не надо бить.
правого, либо левого. Любого. На кого-то рандомно повесится дебаф, который Аркан Explosion будет спамить периодически. Просто выходите в сторону, да и все. Угу. Только не к другому мобу, пожалуйста. Второго бить неохота. Как можно включить ДБМ для БКшных? Подгрузить БКшные фигни. Там же по компонентам можно. Короче, да. Вот этих по паку. Ага. Бьем сначала мелких, потом этого большого. Большой абсорб. Забанишь его лог сейчас. А потом, когда мелких убьем, пофиляешь. То надо будет отхиливать весь рейд. Разбань. И фиряй, фиряй. Зачем? Чтобы он не кастовал. А чё он кастует-то? Ну, я так уже убивал, ничего не было. Ну захиливать много надо, там весь рейд просядет. Ну я ходил вчера, ничего не было такого. Ну, наверное, фиряли. Вот так ничего нету. А если не фирять, то будет. Ну, если интересно, можешь не фирять. Не, ну нахуй, на мне, блять, ага. Ну, я типа видел, что. Я уже понадыхал. Там это каст... уже агает, ман. Там процентов по 20 хп у всех 10 человек остается от его каста. Чего, говорит, восстанавливает? Забань. Сейчас после вихря забанишь. А вихрь это зачем? Да? Чтоб не кастанул. Ну и так тоже можно сразу баннер дать. Ну, я в принципе понял, вы хотите посмотреть, как он бьет. Разбанивай. Можешь вот сейчас не фирять, посмотрим чисто ради интереса. Нужно еще сбивать каст, кстати. Обошлось без жертв. У него МП хватает ровно на два залпа, и все, и пиздец, он по МП садится. Ну вот, всех нужно убивать, паки. Этот вроде не мешает. Ну, на всякий случай. Хоть жалко, что ли. Ага, но два пака это сильнее будет. Для хардмода, да? Так, вот этому вихрь дал, потом его забанишь. А того фирять будешь. Я после вихря бан вот этому, да. Вот который в стане стоит. Ага. А вот этого фиряй. Ну и тот, который в фире, его бьем. После мелких. Ничего, нормально бинты хилят. Банишь.